Лидером может стать каждый. На окружном сборном пункте в Пытьяхе стартовала конференция «Карьера в России». В течение 4 дней более 30 участников из регионов России будут приобретать навыки лидерства. Каким образом, выяснил наш корреспондент Дмитрий Теряев. Именно здесь, на окружном сборном пункте в Пытьяхе, участники 4 дня будут развивать свои лидерские качества. Условия для них максимально приближены к армейским. Это означает, что весь распорядок дня будет строго регламентирован, и нельзя будет от него отступить. Проект «Карьера в России» реализуется в округе 3-й раз за год. Он собрал более 30 участников со всех уголков нашей страны – Кургана, Краснодарского края, Ульяновска, Сургута и других. Этот сборный пункт выбран не случайно. Именно в таких экстремальных условиях участники смогут преодолеть свои страхи, считают тренеры. Лидерство – это всегда экстрим. Понимаете, человек, который видит то, чего не видят все остальные, он всегда находится в состоянии некоторого экстрима, потому что он должен объяснять всем окружающим, как увидеть то, чего все не видят, а видит он, а самое главное, зачем идти туда, чего все остальные не видят, а туда надо идти. По плану все участники проходят различные тренинги, а в последний день конференции представляют свои социальные проекты. Очень жесткая технология отбора и выращивания лидеров, способных делать дело в удаленном режиме. То есть Ханты-Мансийский округ – это колоссальная территория, города, которые разбросаны настолько далеко друг от друга, что здесь вообще удаленный доступ – это естественное состояние жизни. Сургутский психолог Дмитрий Кирпичников работает с молодежью уже 4 года. На конференцию привез собственный проект реабилитационного центра для подростков. На общественных началах этот центр работает и уже помог многим жителям города. За здоровый образ жизни, так как нынешняя молодежь, ну, достаточно такой большой процент, сбивается как-то с жизненного пути и начинают, ну, собственно говоря, нехорошими делами заниматься. И вот я с такой молодежью работаю. Ставлю их, можно сказать, на чистый путь. На конференцию съехались и студенты. Руслан Балабеков из Мегиона учится в колледже. Приехал, говорит, чтобы расширить свой кругозор. Новые люди с разных городов, общение как-то новое, иначе. Много чего можно узнать от них, что-то самим поделиться, расширить свой кругозор. Организаторы заверяют, что конференция поможет молодым людям работать в любых сферах более эффективнее. И вполне возможно, именно из этих ребят кто-то совсем скоро станет новым лидером. Причем не только в пределах своего города. Дмитрий Теряев, Дмитрий Самбур, телерадиокомпания «Север».